Мы на курорте Карлови Вари в Чехии, и сейчас проведем для вас видеоэкскурсию по санаторию Савой Вест-Энд. Санаторий Савой Вест-Энд расположен в самом престижном районе Карловых Вар, так называемом Вест-Энд. На расстоянии 400 метров от санатория находится садовая колоннада, а в 650 метрах мельничная и гейзерная колоннады с питьевыми источниками термальной минеральной воды. Генеральный директор Петр Шулер работает в сфере отельного бизнеса с 1978 года. Петр, расскажите, пожалуйста, об особенностях вашего санатория. У Savoy West End много преимуществ и особенностей. Одно из них является возраст отеля – более 130 лет. В 2005 году в отеле была произведена масштабная реконструкция с соблюдением всех требований по сохранению исторической архитектуры. В результате реконструкции к отелю присоединилось большое лечебное отделение площадью 3500 квадратных метров и самый большой в Карловых Варах внутренний бассейн с круглогодичным подогревом воды. Сегодня общая площадь комплекса составляет 7000 квадратных метров. Еще одним преимуществом отеля является его расположение. Savoy West End находится в минуте ходьбы от леса с множеством прогулочных дорожек и тропинок. Это идеально для гостей, приезжающих в поиске покоя, отдыха и тишины. Престижный район West End начал свое развитие в 1892 году. Сегодня он представляет собой целый квартал, состоящий из элегантных вилл, одной из которых и является Savoy West End. Нет ничего удивительного, что наш отель всегда привлекал высокопоставленных особ и знаменитостей. И в наше время эта тенденция сохраняется. Мы можем дать им покой и конфиденциальность в сочетании с комфортными номерами и высококачественным обслуживанием. Имея в своем распоряжении много зданий, у нас есть возможность предложить гостю проживание в уникальном номере, максимально подходящем ему по стилю. Двухместный номер стандарт. Площадь данной категории от 20 до 23 метров квадратных. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и непосредственно спальной комнаты, в которой расположена кровать размерами 180 на 200 сантиметров. Ее нельзя раздвинуть. Есть телевизор, холодильник с мини-баром. Отмечу, что он за дополнительную плату. Гостям предоставляются халаты и тапочки бесплатно. В шкафу установлен электронный сейф. Есть система климат-контроля. Электрочайник, кофеварка и чайный набор. Гладильная доска, а также утюг. Подключение к интернету по сети Wi-Fi для гостей бесплатно. На полу ковровое покрытие. Запрещено проживание с вашими домашними животными. В данной категории номеров нет балконов. Вид открывается на лес, на сад и на улицу. В совмещенных санузлах могут быть установлены ванны со съемным душем или душевые кабины. Есть фен, набор полотенец и косметические принадлежности. Мы увидели, как выглядит одна из категорий номеров. Подробнее с остальными можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Номера». Там есть фото, описание и видео. Гости питаются в ресторане на первом этаже. Сейчас мы пообщаемся с шеф-поваром и узнаем подробнее о питании здесь. Шеф-повар ресторана Ярослав Сибер работает в сфере гастрономии с 2000 года. Ярослав, расскажите, пожалуйста, что и как подается на завтраке. Завтраки мы готовим в виде шведского стола. Подаем вареные яйца, омлет, глазунью. Можем из яиц приготовить еще что-нибудь вкусное. Далее подаем горячие и холодные мясные закуски. Сосиски, колбаски, бекон, нарезки, паштет, запеченные на гриле овощи. На столах всегда есть сырные нарезки, копченая рыба, свежие овощи, салаты с различными заправками. На десерт предлагаем свежие фрукты и фруктовые салаты, сладкую выпечку, джемы, хлебобулочные изделия, мюсли и сухофрукты. Какие напитки предоставляются гостям бесплатно? Из напитков на завтрак подаем кофе, чай, фруктовые и овощные соки, молоко и воду. А что и как подается на обеды и ужины, и какие напитки предоставляются гостям бесплатно?
Обеды и ужины, так же как и завтраки, проводим по принципу шведского стола, предлагая гостям выбор из нескольких главных блюд и гарниров к ним. Среди основных блюд всегда есть мясо, говядина либо свинина, есть птица, рыба и вегетарианское блюдо. Подаем один вид супа. На буфетном столе сервируем свежие овощи, овощные салаты, 5 или 6 видов закусок, сыры, овощи на гриле, хлебобулочные изделия, фрукты, несколько десертов. Также иногда у нас проводятся тематические вечера и вечера гриля. Случаются ситуации, когда в отеле одновременно проживает немного отдыхающих, и тогда обеды мы проводим по меню, предлагая выбор из 4 главных блюд. В таком случае основное блюдо мы дополняем одним видом супа и шведским столом с различными закусками, копченой рыбой, свежими и запеченными овощами, салатами. На обед и ужин бесплатно из напитков доступны соки, чай и вода. Остальные напитки гости могут заказать у обслуживающего персонала. Предоставляете ли вы своим гостям диетическое питание? В нашем отеле мы крайне щепетильно относимся к диетическому питанию. Всегда идем навстречу гостям с непереносимостью лактозы или глютена. Готовим для них индивидуально. У нас работает диет-сестра, которая с радостью составит для гостя персональное диетическое меню после осмотра у нашего главврача. Мы готовим для гостей только вкусные и полезные блюда из наших локальных продуктов и обязательно исполняем все их просьбы и пожелания. Все лечебно-оздоровительные процедуры гости проходят непосредственно в лечебном отделении, которое соединено теплым крытым переходом с санаторием. Сюда подведена минеральная вода, и сейчас наш врач Елена Хорошева узнает подробнее о лечении здесь. Дорогие друзья, мы в Карловых Варах у одного из ведущих врачей, известный Владислав Шпишак, и практика на курорте уже более 30 лет. И у нас есть вопросы, и эти вопросы важны и для пациентов, которые обращаются ко мне, для наших клиентов, о воде карловарской. Да, добрый день, во-первых. Большое спасибо, что вы к нам приехали, и что есть у вас интерес интересоваться на счет лечения в Карловых Варах. Да, Карловые Вары известны во всем мире, прежде всего, своей целебной, можно сказать, минеральной водой. Состав этой воды есть алкалический, значит, вода щелочная, прежде всего. Эта вода понижает желудочную кислоту, но не только желудочную кислоту, она действует и на работу печени, например, улучшает и выброс желчи, значит, она желчегодная, эта вода. Улучшает работу и поджелудочной железы, значит, улучшает выброс соков с поджелудочной железы. Потом нормализирует тоже работу кишечника. Я рекомендую всегда пройти обследование у врача, посоветоваться с врачом, и врач скажет, наши врачи, которые здесь работают, уже специалисты, скажет, который из этих источников хороший. А то благодаря потом уже не только воде, и благодаря тому, что у нас вот, клиенты получают и диету, и потом тоже движение, значит, все вместе, потом мы говорим о комплексном лечении, помогает тому, что их сахарный диабет здесь улучшается. Часто пациенты с сахарным диабетом, особенно длительно страдающие этим заболеванием, имеют ряд компликаций, да, осложнений сахарного диабета. Это тоже одна из целей лечения в Карловых Варах. Какие есть методики, какие вы применяете для таких пациентов? К тому лечению, о котором мы говорили, питьевой курс, диетотерапия, гимнастика, рекомендуем потом специальные процедуры, например, процедура, которая называется экстремитер, под вакуум, компрессией улучшается прямо трофика этих тканей и улучшается кровообращение. Мы там в эту трубу еще добавляем углекислый газ, который помогает еще прямо тоже этим процессам. Значит, это есть первое. Вторая возможность есть, бывает очень часто у осложнения эректильной дисфункции. Для того есть опять специальная магнитотерапия, которая улучшает потом и усиливает работу мышц малого таза. Тоже так у женщин опять бывают проблемы с недержанием мочи.
это тоже эта процедура на это хорошо помогает. Есть еще одна возможность, процедура называется Steam Smart. Это есть специальная процедура, когда мы проводим диэнцефалическую модуляцию. Значит, специальными электродами, которые мы положим сюда на мозг, спереди и сзади, нам нормализируется, модулируется работа мозговых клеток, диэнцефалон. И на основе того мы узнали, что улучшаются не только параметры сахара, но улучшаются и эти проблемы, которые связаны как неспецифические, так и специфические осложнения сахарного диабета. Но все вместе всегда должно быть, как я уже сказал, значит, и физиотерапия, и реабилитация, в том числе обучение пациента, диетотерапия, но и само собой потом пользование минеральной воды. Минеральную воду мы пользуем не только для питьевого курса. Минеральная вода у нас пользуется и для минеральных ванн. Že, значит, пациент купается в минеральной воде с углекислым газом, с кислородом, с добавками, или потом для ингаляции, если есть осложнение типа бронхита, или потом есть тоже одно очень частое осложнение у сахарного диабета – парадентоз. Парадентоз, и мы при этом это лечим специальной методикой орошения досень. С этой минеральной водой. Есть еще одна методика, тоже специальная для нас, это промывание кишечника. Значит, делаем промывание кишечника тоже той минеральной водой. Именно при таких проблемах, как, например, с нарушением моторики, значит, в запорах и просто проблемах, которые связаны с кишечником. Значит, видите, что возможностей очень много. Да. Это точно. Спасибо вам огромное за беседу. Еще раз благодарю вас много раз, потому что вы уделили нам много времени и дали такую полную информацию, как никто. Спасибо вам тоже, что вы пришли ко мне. И в любое время обращайтесь на меня. Очень рад буду принимать ваших клиентов. Всего хорошего. Бассейн, размер его 25 на 8 метров, оборудован он гидромассажными струями. Далее имеется джакузи, несколько видов саун. За доплату гости могут запарковать свой автомобиль на территории санатория, либо в охраняемом подземном гараже. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал и следите за обновлением авторских видеороликов, а также наших социальных сетей. И бронируйте санаторий «Совой Вест-Энд» по лучшим ценам и условиям только на нашем сайте sanatoriums.com.